оформили новый учебный год, и Василисе дали свидетельство о дополнительном образовании. Прокопьевой Василисе. Английский язык. Первые друзья. First Friends One. Очень крутая вещь. Вот так вот у нас называется. Она скакала куда-то уже. Ну, вообще классно. Хорошая учительница нам попалась, Нина Сергеевна Здоровская. Ребят, собрались на раздачу совместных покупок. Должен приехать Ашан. Большой, большой заказ. Василиса носится. А, у нас очень жарко. Я иду вся прям мокрая. И Василиса с книжками. Стала читать азбуку сама. Вот, букварик. Мамин. Классно. Пошли. Я тут решила подстричься. Завтра ко мне домой придет девочка-мастер. Будет меня стричь, потому что мы все-таки собрались на север, и как ежегодно мы ездим. Кто не знает, мы ежегодно ездим в Архангельскую область на север. Поэтому я решила подстричься по этому поводу, чтобы не мучиться. Так, ребят, идем мы на раздачу. Уже не знаю, что там за очередина будет. Ой, а потом поедем на Щукино. Я хочу купить хладагенты, потому что у нас есть сумки-холодильники. А хладагенты непонятно как оказались в Петербурге. Брат сбирал, наверное, вместе с чем-то. В общем, нужны хладагенты. Мы вышли с раздачи. У нас вот такой огромный мешок. Такой паровоз. Будем смотреть дома. Зубной доктор. Ага. Аэропарка. Пойдем поглядим, что здесь работает, а потом пойдем в Ленту. Там сегодня скидка на все для ухода за кожей. В общем, все нужное. Еще я хочу посмотреть Лего. Что у них тут есть, пока они были закрыты. Вот холодное сердце. Видишь, малыш, холодное сердце? Угу. Санки и Алин тут. Ага. Даже раз. 750 рублей. Это здорово. Ночной рыцарь. А вот. Сердечко. Ага. Слева. Сердечко и слева. Ну да. Любимые рыбки, наконец-таки. Ого, я вижу самую маленькую. Да, где? Вот она. Вон она, да? Ой, она за хвостиком пошла. Ну да. Пазло. Еще москитов по скидке. В общем, класс. Василиса обожает этот макет. Она без конца около него бегает, когда мы сюда приходим. Он как настоящий. О, смотрите. Сидит эта тетенька на этой лавочке. Классный? Да. Здорово. Там можно научиться такое делать. Если очень захотеть, можно научиться делать такие макеты. Парк там. Вот детская площадочка там. Где? Вот там, видите? Ага, далеко, да. О, они уже на банке. Вот желтые футболочки. Ну что, пошли за картошку. Ой, не раз это тетенька. Ладно, пошли. Пазлами, с нашей посылкой. И сейчас еще в Макдональдсе картошкой. Вот сейчас жди, когда приедет. Я хочу сама. Ребят, мы вернулись домой наконец-таки. Привезли два огромных мешка. Будем сейчас смотреть. Вообще мы зашли еще в Бургер Кинг, конечно же, мы без этого никак. Взяли картошки фри. Сейчас обедать. Да, и Василиса. Василиса будет свои пазлы показывать вам сама.
А что я купила? Ну, во-первых, квас этот. Самое интересное, что помимо вот этих вот скидок на шампунь и зубные пасты, сегодня почему-то у них скидка нигде не обозначена на репелленты. Я поэтому даже вернулась. Сначала купила дешевенький, вот такой вот, за 80 рублей. Думаю, не буду дорого брать. А, обошелся в 50. Вот такой ни разу не пробовали. А то, что москитол крутой, это 100%. Поэтому я вернулась, купила еще два москитола. Тем более, это в поездку, и у нас там достаточно, ну, там у нас рядом река, и много комаров, поэтому это будет прям кстати. Так что мы круты. Который Василиса себе купила. Это холодное сердце. Холодное сердце, 160 деталей. Она такие большие еще не собирала. У нее все вот такие вот еще маленькие. Есть вот такой вот на 80 побольше, вот эти на 54, на 80, а этот холодное сердце большой на 160. Самый огромный, показывай какой. Самый огромный, это смешарики. Он очень большой, огромный, он для взрослых. Но она сказала, что она его будет стараться собрать. И он на 560 деталей. Это вообще огромный. Ну и маленькие. Еще она себе выбрала много маленьких. Они там по 24 вот. Рубля. Как приручить дракона. Вот такой вот, какой еще. Покажи. Еще поесть. Ой, еще есть вот такой. Вот. Вот ой. Такой с ночной фурией. Еще какие. В общем, они там по 24 вот рубля. Вот еще один. Да, вот такой. Это все на 54 детальки у нее. И еще, да, собачьи. Еще два. Еще. Вот один. Вот такой. Вот такой вот с девочкой. И еще один там где-то есть. Вон там. С дружившими. Вот, вот они, да. С дружей. Классные. Вот большущая посылка, но мы ее разберем в отдельном видосе. Я вам обязательно покажу, что я заказала в Ашане. А мы пошли обедать. Лиса раскрыла вот этот паровоз. Сейчас занимается высыпанием деталей. Так много. Компания KBIQ My Big Loco. Тут инструкция полностью по шагам. 1, 2, 3, 4... 5, она зачем-то все повыкинула уже. Есть пульт управления. Он будет музыкальный. И должен ездить. Мы посмотрим, ой, как у нее получится собирать. Мы, короче, начали собирать. Проверили, он работает. Все работает. В общем, пока надели вот так вот колесики. Вот эту штуку собрали. Сейчас Василиса будет надевать все колесики. Сколько нам? Раз, два, три, четыре. Три колесика. Раз, два, три, четыре. Угу. Так. Надевай. Так. Чтобы все они взаимодействовали, смотри. Так. Угу. Одна есть. Вторая есть. Угу. И второй. Дальше. Дальше. Дальше нам нужно вот этих красненьких. Сейчас угу. Кажется, есть их вот сюда, да? Угу. Так, надеваем. Угу. Да, все-таки конструктор — это великая вещь. Вот ребенок сидит, ковыряется, у него все получается. Покажи-ка, Василиса, что ты там уже сделала. Я на пятом стороне. Ну мне дай паровозик. Вот она уже что здесь сделала. Сама. Ну, прикольно, мне кажется, еще круто. И по скидке мы купили в Ашане что-то рублей 800 он стоит. Ну, может, так. Давай, наставь, доделывай, покажем потом всем. Только не урони. Ну и, конечно же, наши сегодняшние пазлы, которые мы прикупили. Нашли какой-то лист из поролона такого дома. Это подстилка для стола, и я думаю, что вот там она будет собирать его. Пока что мы с паровозиком, конечно. Финишная прямая, мы наклеиваем наклейки. Самая приятная часть. И смотрите, тут на инструкции очень много видов. Мы сейчас собрали вот эту первую. Можно вот так собрать, можно вот так. Мамочка, и вот так, и как хочешь. Помощь. Будет здорово. Вот эту. Василиса уже тут во все играет. У меня Глашка, а у нее игра. Еще без вагончика. Вагончик еще не прицепляли. Вообще крутая вещь. Ну, цепляй вагончик. Ну, чай.
Василиса прицепляет в вагон. Я хочу пляжу. Ну что, прицепили. Все крутится. Самое противное, что у него нет поворота, а так бы вообще был бесценный. Поворачивать его надо вручную. Вот так вот у нас заканчивается вечер. Василиса рассыпала свой огромный пазл. 560 кусочков. И вот она его собирает. Каким-то образом находит эти кусочки в этой невероятной куче. Но потихонечку у нее складывается картинка. По чуть-чуть. Да, малышенька? Скажешь ребятам спокойной ночи? Спокойной ночи, ребята. Спокойной ночи. Ты будешь еще складывать? Я еще вот еще какую нашла. Ну да. Вот это да. Вот это будет красота. Красивая картина получится, да, у Василиса? Здоровская. Ну что, ребят, всем спокойной ночи. До новых следующих видео. Мы будем дальше ковыряться.